Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и смотрите, какая милота у меня находится на столе. Бархатные котята и мармелад. Это у нас товар от Fresh Toys компании. Они мне бесплатно такую коробку прислали на обзор. Написали, хотите на обзор? А мы недавно с Валюшей видели вот такие только пакетики, по-моему, в магните мы видели, вот с похожими котятами. Мне кажется, там тоже было написано Fresh Toys. Наверное, они не только в коробках продаются, а скорее всего продаются еще в таких блистерах. Вот, Валюша хотела купить, я думаю, ну ладно, возьму бесплатно на обзор. Вот такой шоу-бокс специально, чтобы распечатать. Надеюсь, у нас сегодня выпадет вся коллекция. Они одинаковые? А нет, смотрите, разные рисуночки. Тут белый, черный. А, белый и черный. То есть рисуночки на... А тут розовый. Розовый котенок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Они разные, да, бывают. Так, белый. О, рыжий. Ничего себе. Вы посмотрите, какая милота. В общем, все ссылочки будут в описании. Они мне прислали это дело бесплатно, сразу вам говорю. Но можете купить. Причем у них на сайте покупать выгоднее получается. Потому что там, ну, продаются вот именно вот такой коллекции. Можете сразу взять. Чем больше покупаете, чем дешевле выходит. Еще и все их социальные сети оставлю в описании. Потому что многие люди хотят купить вот такие коллекционные фигурки и игрушки. И это хорошее предложение. Бархатные котята и мармелад. А где это делается? Разработано в России. Российская разработка. Вот даже тут их сайт написан, freshtoys.ru. Info Fresh Toys. Сергиев Посад. Ого, Сергиев Посад, передаем привет. Я, кстати, Сергиев Посад очень красивый город. Я там бывал раньше часто, когда работал водителем фуры. Я возил краску туда. Там еще завод с краской в Сергиевом Посаде находится. Так, ну что же, мы один пакетик откроем с мармеладками. Посмотрим, что там. И тебе? Да. Так, смотрим, что за мармеладки внутри. Вау, какие мармелады. На, Милан, забирай остальное. Ням-ням-ням. Вот такие. Нет, это мне. Я тоже попробую. Тоже. Ну, слушай, на вкус у них намного меньше сахара, чем в этих свитбоксах, да? Угу. То есть такой вкус прям мармеладный, без вот этого излишности сладости. Угу. Так, и вот такой желтенький пакетик. На нем написано тоже Fresh Toys. И распечатываем. О, вау, какой он милаха. Слушайте. Он очень мягенький. Сейчас, я думаю, мы почитаем, кто это. Кто это такой. Ну что, ставьте, пишем комментарий, ставьте, будет коллекция, мы соберем. Я думаю, мы должны собрать всю коллекцию. У нас розовый котенок Лулу. Лулу застенчивый котенок. Ей очень нравится, когда ее гладят. Все, кто приходит в гости к ее хозяйке, знают, что Лулу никогда не будет сама просить, чтобы ее погладили. Она просто будет стоять рядом и терпеливо ждать, пока на нее не обратят внимания. О, наша Миссия тоже так не любит, да, когда ее гладят? Фели, а вот вся коллекция. Собери всю коллекцию. Надеюсь, у нас получится собрать всю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь котят в коллекции. Котята. Ребят, очень приятный на ощупь, бархатный. И бархат, знаете, бывает такой бархат поверхностный, а это прям такой глубокий бархат. Единственное, что тут что-то пушок, или мне показалось. Вот, и не хватает здесь блестящих глазок. То есть у нее глаза такие, да, видите, в виде сердечек. Вот если бы еще блестящие глаза были, бы, это был бы вообще шедевр. Так, ну все, эти котята займут у нас на полочке почетное место свое. А мы открываем дальше. Интересно, кто нам сейчас выпадет. Так, ну мармеладки я теперь буду убирать просто. Открываем Fresh Toys. Пакеты легко рвутся. Так, вау! И это котенок с клубочком. Давайте почитаем, кто это. Это котенок Бруно. Бруно поймал клубок и крепко держит его в своих лапках. Клубок все время хочет вырваться и укатиться. А главное, все помогают ему убегать. То мама, то мальчик Леша, то дедушка. Но сегодня Бруно залез в корзину с вязанием и достал клубок. Теперь клубок никогда от него не убежит. Вы поняли? То есть он играл с клубком, а потом его достал. И вот такой у нас красавчик Бруно. Очень... Ой, мне Бруно больше нравится. У него на лапках еще такие, как коготочки, выпирают. И если у той, смотрите, у них глаза разные абсолютно. То есть у кошечки, у розовой, у нее сердечки в глазах, а у него лапки, то есть он такой игрун. А вот эта, типа, кошечка, она влюбляется, а этот больше любит играть. Ой, очень приятно. Ничем не пахнут, то есть резины никак не воняют, то есть ничего такого вонючего я не чувствую. Давайте дальше открывать. И как раз можем проверить, тут у нас нарисован или черный котенок, или розовый. Да, тут нарисован такой, как у нас, или розовый. Интересно, приколюха будет, если сейчас выпадет розовый, и получится, что можно смотреть их по упаковке, да?
А нет, это другая кошечка. Это кошечка с глазами. У нее звездочки. У нее звездочки в глазах. И это белка. Котенок-белка, как маленький бельчонок, рыжий и также лазает по деревьям. Только это не настоящие деревья, а домашние растения, стоящие на полу в больших горшках. А также деревья, нарисованные на шторах. Бабушка очень недовольна этим увлечением котенка. Наш котенок Смоки тоже любит залазить на шторы, на цветы. А, он цветок же уронил, да, Валь, твой? Да. У Вали на подоконнике цветок рос, он взял его лапкой. Он вообще любит. У нас котенок, он залазит на стол и все оттуда скидывает. То есть лапкой вот так тын-тын-тын. У вас котята так делают? Вот, и посмотрите, какая рыженькая белочка. Точно. Поэтому ее назвали белка, что она любит лазить. Тоже очень приятная на ощупь. Ой, прям хочется ее гладить и гладить. Шикарно. Друзья, пока все идет шикарно. Интересно, сможем ли мы собрать всю коллекцию? Мне прям это... неужели... Вот сколько у нас упаковка? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 12 штук, а всего их 8. Чисто теоретически, по идее, должны собрать. Так. Вау, и это желтенький котеночек. Вау, он лежит такой, смотрите, это котенок, который лежит, и в глазах у него огонек. У него огонь в глазах. Огонь. Зовут Тиля. Тиля. Все зовут котенка Тилей, хотя его настоящее имя Виталик. Тиля очень любит играть со своей маленькой хозяечкой, девочкой Аней. Он такой шалун, может залезть под диван и прятаться там, а когда его находят, шипит и не хочет выходить. У нас Смоки прячется не под диван, а под раковину. Но сейчас у него жопа стала толстенькая, и он уже не может туда залезть. Он такой пытается, и только лапы торчат, туда тын-тын-тын под ванну, и не может оттуда туда залезть. Вот такая желтенькая, ой, шикарная, шикарная кошечка. А, кот. Получается, Виталик, это ж кот, да? Тиля, кот. Да, у него горит огонь в глазах, типа он любит играться именно. Ой, какие милахи. Мяу. Мяу. Так, далее кто у нас? Так. Повторка, нет? Так и не прощупаешь. Вау! Это вообще необычный котенок. Это котенок, который сидит в горшочке или в мешочке. Сейчас мы прочитаем, что это значит. Это котенок Снежка. Снежка собралась на дачу раньше всех. В прошлый раз ее забыли. И Снежка просидела дома несколько часов, пока хозяева не вспомнили о ней и не вернулись. Но сегодня с утра она уселась в сумочку и терпеливо ждет, пока все соберутся. Что это они так долго копаются? Ха-ха. Это кошки, которые любят залазить в сумки. Но в кошки любят наши залазить даже просто в пакеты. Не обязательно их с собой брать куда-нибудь. Мы обычно кошек дома оставляем. Так, и у нее в глазах цветочки. Да, цветочки, и она сидит в такой сумочке пластиковой, там написано Fresh Toys. Очень приятный пластик на ощупь. Вот мне нравится прям пластик на ощупь. Мне теперь интересно попробовать коллекции Fresh Toys, которые полностью пластиковые игрушки, потому что на ощупь прям вообще шикарно. Далее. Так. Мармелад в сторону. И... Что это, первая повторка? Да, это первая повторка. Желтенький котенок. Вот у нас их уже два. Можем быть подписчика подарим? Да. Тиля, да, это нам Тиля выпал. Представляете, ребят, только что листом бумаги порезал себе руку. Вот, пришлось заклеить пластырем. Посмотрите, какой пластырь красивый. Это же пластырь тролли. Так, ну ничего страшного, бывает. Я бумагой в школе часто резался. Вы когда-нибудь резались бумагой? Так, надо аккуратнее действовать. Так, это я, наверное, расстроился повторки, поэтому. О, а это новенький котенок. Это котенок, который хочет обнимашки. Я вижу глаза у него тоже с какими-то цветочками. Давайте посмотрим, как его зовут. А этого котенка зовут Феликс. Маленький Феликс еще не может запрыгивать на диван. Но он учится вставать на задние лапки, дотягиваться до игрушек, которые там лежат, и стаскивать их на пол. Ведь так интересно повозиться с плюшевым котенком или медвежонком. Понятно, это котенок, который маленький совсем, но он достает игрушечки. Как на Смоке. Да, как да, на Смоке уже везде все достает. Да. Тоже бархатный, посмотрите, какой у него шикарный хвостик. Не, прям супер-пупер. Так, у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уже котят. Ничего себе. Наверное, все-таки мы соберем всю коллекцию. Нам два котенка не хватает до полной. Интересно, какие у нас будут повторки.
По-моему, это опять новенький. Да, и это новенький. Вот такой голубой, или как он, такой синеватым оттенка котенок. Такое ощущение, что он очень редкий. Он, у него цвет такой изумрудный, бархатный. Зовут его Оскар. Оскар, брат Лулу. Он полная противоположность своей сестре. Оскар только делает вид, что он застенчивый и скромный котенок. Но на самом деле это не так. Он может попросить погладить его, тронув лапкой хозяйку. А если на него не реагируют, выпустить коготки. У нас Мисси, она не любит, когда ее гладят, но она бывает приходит ночью, когда уже свет выключили, когда все спят, и лапкой вот так тебя трогает, типа погладьте меня, пока никто не видит. Это взрослая кошка наша черная, которая... Ой, посмотрите, какой синенький, шикарный. Так что у тебя тут? Ой, красавчик, красавчик. А какие у него глаза? Глаза такие, со звездочками. Маленькими. Так, а вот этот котенок что-то стоять не хочет. Он что-то падает. А, нет, хочет. Просто у него такие мягкие лапки, что его надо примять. Так, или там у меня просто не стоит. О. Нет, что-то плохо стоит он, синий. Давайте следующего. Кто же ты? А мы, получается, уже всю коллекцию собрали, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, еще одного не хватает. Еще одного нам не хватает. Так, это, по-моему, котик в мешке, да. Это повторка. Да, вот он, который в сумочке сидит. В сумочке сидит. Как его там зовут? Снежка. Ой, тут две карточки почему-то было. Да, тут другие карточки, смотрите. Здесь карточки совершенно другие. Снежка собралась на дачу раньше всех. А, нет, такие. А почему две положили? Да, две карточки было. Вот это да. Это, наверное, на заводе так это автомат положил несколько карточек. Давайте дальше. Ну же, давай, не повторочку, пожалуйста. Пожалуйста. Кто это? Это какой-то серенький, наверное, с этим, с клубком ниток. Да, это серенький с клубком ниток. Опа, повторка. Как тебя зовут? Его зовут Бруно. Я забываю их название, у меня плохо с именами. Ну, пожалуйста, одного не хватает котенка до полной коллекции. Давай. Давай, друзья, поставьте лайк, чтобы это произошло. Пожалуйста. Поставьте лайк, и нам повезет сегодня. Эх, это опять Бруно. Смотрите, у нас получается чаще всего встреча... А, он рисуется черный, а так он серенький, типа вот так. А при разном свете он кажется и черненьким. Ну, пожалуйста. Наверное, кто-то лайк не поставил. Это вот все из-за тебя. Из-за того, что ты лайк не поставил. Так, кто же? Пожалуйста. Давай. Давай. Ну. Нет, это повторка, и мы не смогли собрать... не собрали. Эх, мы не собрали всю коллекцию. Это снова был Бруно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь котят из восьми. А кто же нам так и не выпал? Давайте посмотрим, кто же нам не выпал. Нам до полной коллекции не хватает Люка. Люк, который кот, видите, пилот. Кота-пилота нам не хватает. Если у кого есть кот Люк, если кто будет заказывать, а напоминаю, заказать все эти штучки можно по ссылочке в описании, можно им в социальные сети написать, говорите, что вы от Закупыча, и они, может быть, вам даже какой-нибудь подарочек сделают. Но я это не обсуждал, но вы скажите, вот я посмотрел обзор Закупыча, хочу вот этих котят офигенных, и чтобы там был Люк, чтобы подарить Закупычу. Вот, а я, наверное, эту даже бумажку оставлю. Давай играть, тут написано. Котята, мармелад, жевательный с игрушкой. А я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал, если хотите больше распаковок, таких сюрпризиков. И тогда мне на обзор они еще что-нибудь пришлют. Пока-пока.